сейчас поднимется с ним. Мы люди-птицы, нас видно издалека. Параноидально бежим из дому. А что там будет доказывать? И цель наверняка высока. В небе дорога, мы люди-птицы, неадекватный слегка. Перевираем небылицы. Казахстан номер один в мире. Это, конечно, зачетно. Это вообще шикарно. Это супер, все пилоты Казахстана свою частичку малую в это внесли. Поэтому всех поздравляю с этим. Сотни крыльев, пчелиный рой такой летает, и чтоб на рта уже тасу или над рудником коксу, либо в другом каком-нибудь месте. У нас в Казахстане все это летало, все кружилось. Это, надеюсь, тебе будет, и поэтому, честно говоря, отматываем на год назад. Да, нашего пилота хотелось бы поздравить с выполнением норматива мастера спорта. Это у нас Гришко Сергей Анатольевич. Выполнил норматив. Да, мастер спорта по кросс-кантри. Молодец. Где слезы легки, как пыльца. Когда надо проститься. Ты знала, ты знала, ты знала. И в 16 году я стал самостоятельно готовиться именно выступать в кросс-кантри. 5 лет самостоятельно тренировался, все ребята знают. Я думаю, сначала надо в Талдык прилететь, и 5-10, вот такие как бы. Ну вот, 5 лет работы, и прошлый год, вы знаете, были 3 соревнования в спортклассе, я все их 3 выиграл, и в Казахстане в общем зачете третье, второе и первое места занял. Так что благодаря этому работе, вот этой, как бы, мы показали, что на нашей территории, ну, как бы, не периферийно, а именно, что у нас тоже свой центр, что у нас есть пилоты различного класса, различного уровня и различных, как бы, дисциплин, которые могут. Есть у нас, я думаю, молодежь, вот Давид, думаю, скоро поддержит, и мы еще как бы покажем себя и на мировом уровне. Отдельная благодарность, респект отдельный Владимиру Дроздову. Он помогал именно в становлении и развитии спорта парапланеризма в Казахстане с помощью, сам советы давал, и его команда нам активно поддерживала. Поэтому, Володь, тебе отдельное спасибо. На соревнованиях, да, тоже кухни. И раз мы в этом виде спорта, не надо себя в чем-то ограничивать, надо по полной, по максимуму все получать. Это обращение ко всем. Если есть возможность учиться, учитесь. Если есть возможность больше тренироваться, тренируйтесь. Если есть возможность выезжать на соревнования, на другие. У нас не только нашим Казахстаном все ограничено. Я понимаю, не у всех финансовая возможность есть. Мы для этого государство привлекаем. А у кого есть такая возможность, поэтому выезжайте, побеждайте, участвуйте, привозите этот опыт. И вот так вот тогда коллективно мы и сможем побеждать. Мы будем лидерами действительно в этом виде спорта. Получает Ахметов Алмазу разбегами. А вот теперь все к столу. Мастер спорта. Доступ к части нашего парапланерного сообщества перенести день клуба на вот сегодняшний день. Если все не против, чтобы последняя день клуба... суббота июля, короче, да? Да, 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 последняя суббота июля, либо к определенному дню можем привязать, это не проблема. Ну и теперь, конечно, финальная часть, про которую не стоит забывать, а это личный праздник каждого человека. У нас это день варенья, день рождения, да? И сегодня у нашей Светланы Светличной тоже ее день рождения. Она, поэтому поздравляем, Света, тебя. Слезы легки, как пыльца, когда надо проститься. Ты знала, ты знала, ты знала, ты знала, ты знала. Мне все это снится. Волочка родина. Дурмана. Слепые границы. Ты знала, ты знала.
Хочешь лети со мной? Над хмурым лицом Вавилона мерила балкона невнятного тона. Место границ. В этом мире столько лестниц. Хочешь лети со мной? Восходящие потоки местами твоими устами согреется ночь. Я буду рядом, как ветер, точь-точь. Ты знала, ты знала, ты знала, ты знала, ты знала. Дурмана, 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 дурмана. Слепые границы. Правильно, ты знала, ты знала.